4 дорожки по 25 метров. В точно таком же виде уже через несколько месяцев предстанет бассейн в Пестрецах. Ну а пока здесь вместо голубых ванн голые стены, воздуховоды, ну и строители. На этой работе здесь у нас получается все завершены. Кирпичные перегородки у нас тоже все полностью завершены. Электрика, отопление, вентиляция, пожарный водопровод, остекление. Скучать строителям в Пестрецах некогда. На площадке 25 человек. Их объект в лидерах по степени готовности среди еще таких же семи. У нас план получается завершить работу само здание в май месяц. А в июле уже получается сдача полностью объекта. Для Зили Гизатуллиной и ее сыновей это маленькая мечта. В бассейне они еще не купались. Тем более комплекс граничит с детским садом и школой. Он очень нам нужен. Самое главное, детям для здоровья. Если будет возможность записаться заранее, мы обязательно этим воспользуемся. Услышав наш разговор с Зилей про бассейн, пестречинцы стали сами подходить и рассказывать, как они ждут открытия. Мы ходили в наш детско-юношескую спортивную школу, но там, конечно, бассейн был не очень мелкий, ну и не всегда работал. А этот бассейн, конечно, ждем с нетерпением. Молодые и даже пенсионеры, мы собираемся. График составит, с удовольствием будем ходить. Его строят по республиканской программе. Бассейны клоны появятся еще в Апастовском, Отнинском, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Мамадышском, Тукаевском и в Тилючинском районах. Все эти объекты будут укомплектованы с современными техническими средствами и оборудованием. Позиции составляют, если по бассейнам это более чем 36 позиций, то спортивный зал это более чем 46 позиций. Кроме бассейнов, еще и спортзалы. Их летом откроют в Алексеевске, Апастово, Дрожжином, Лаишево и Черемшанах. Слава Мухаммадуллина, Ренат Сафин, ТНВ, Пестречинский район.